Авторы некоторых мультфильмов наверняка находят вдохновение в различных живых существах. Даже Гарри Гудини, известный своими сложными трюками с побегами и освобождениями, мог бы позавидовать способностям этого кота. Нужно смотреть правде в глаза. Морской котик все прекрасно понял, но вовсе не собирается идти на уступки. Возможно, мы слишком мало знаем о енотах, а существуют спецподразделения из этих животных, которых обучают такому владению собственным телом. Наконец, величайшая тайна разгадана. Вот кто виновен в появлении таинственных кругов на полях. У лошади можно поучиться, как заботиться и ухаживать за ближними. Хозяину кота нужно задуматься, когда он крайний раз давал питомцу пить, ведь жажда подтолкнула животное на отчаянный шаг. Вот что такое счастье для этого пса. Это выглядит как идеальная заставка к фильму о его жизни. Считается, что история о крокодилах, живущих в старинных канализационных системах больших городов, всего лишь слухи и легенды, но после увиденного в них легко можно поверить. Если вам не дают уснуть свои собственные мысли, вот отличная возможность вспомнить детство и посчитать животных. Коза точно почувствовала себя особенной, когда услышала серенаду, посвященную ей. Вы тоже вспомнили легендарную рекламу «Крем от морщин». Песочная кожа шарпеев похожа на грецкий орех и кажется слишком большой для собаки. Существует много способов ощущать себя в безопасности. Этот, безусловно, один из самых надежных. Существует ли лучший способ избавиться от ненужной травы? Таким образом, в выигрыше остаются все. Знаете, как выглядит воплощение детской мечты? Вот бы там еще было приглашение в Хогвартс. Ну дай. Мощные рога горных козлов играют важную роль во время боя за внимание самок. А еще выглядят они просто великолепно. Этот морской котик просто создает максимально комфортные условия для своего отдыха. Пес выглядит так, будто бы ждет, когда его наконец чем-то удивят или развлекут. Преодолевая путь к озеру через водопад, рыба становится легкой добычей медведей. Косолапый умело направляет лакомство в пасть легким движением лап. Как только козел не пытался завлечь пса в поединок, но его стойкость и спокойствие непоколебимы. Часто обезьяны отбирают у туристов различные вещи и предметы, например, очки. Причем делают они это с определенной целью. Украденные предметы животные обменивают на еду. Кролик нашел место, где могу провести всю оставшуюся жизнь. Тот случай, когда фраза «ест как свинья» приобрела буквальное значение. Но, к сожалению, это произошло за вашим столом.
Кошка может вести себя высокомерно и самоуверенно до тех пор, пока не встретит кого-то похожего на себя, только сильнее. Зачем играть в Super Mario на приставке, если можно в реальности, тем более если лучше четырехлапый друг, с удовольствием присоединиться? Морские котики обладают уникальной системой общения, которая включает в себя лай, рычание и язык тел. Рыбалка – это увлекательное и занимательное занятие, которое приносит удовольствие многим. Собака тоже не захотела оставаться в стороне и по-своему помогла хозяйке. Друзья, надеюсь, наше видео вам понравилось. Будем рады лайку под этим видео и подписке на наш канал. До встречи в следующих выпусках!